В нашем закрытом телеграм-канале корпорации Дзюник мы в последнее время стали просматривать комментарии, которые пишут наши люди под видео, выложенными в социальных сетях, уехавшими. Вы знаете, это очень интересно. Я приглашаю вас посмотреть и познакомиться с тем, что люди говорят и что люди пишут тем, кто сбежал из страны и льет грязь на Россию и русских людей. Зайти в закрытый телеграм-канал корпорации Дзюник можно очень просто. Вы заходите на наш официальный телеграм-канал «Не черный квадрат», а оттуда легко и свободно перебираетесь в корпорацию. Приходите, друзья. Все ссылки в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Мы предлагаем вашему вниманию маленький фрагмент из того, что мы сделали для вас. И жаль, конечно, что вы вот так вот свалили с той страны, в которой вас любили, уважали и ценили. Живите в Америке. Я думаю, вашим детям нравится мотаться по миру. То в Израиль, то на Кипр, то в Латвию, теперь в Америку. Кристина ездит по городам и весям за $100. Хорошо обосноваться в Соединенных Штатах. Правильно Жириновский про Пугачеву говорил. Просто-напросто сбежала, потому что испугалась, что какая-нибудь ракета из Ирана. Они могут только на Россию, на русских людей лить дерьмо и грязь. Ни Пугачева, ни Галкин в России не нужны. Если так бегать, как бегаете вы, Алла Борисовна, по миру, Пугалкина уже свалили из Израиля вместе с другими патриотами. А чего Максимка не встал на защиту Родины? Или у таких, как вы, ее нет? Язык в жопу затянуло? Вовремя вы сбежали из Израиля. Что там страна, которая не воюет с соседями?